Так, всем привет. Сегодня на обзоре у нас китайский аналог Carver, который давно уже у нас куплен был, и один из подписчиков просил про нее сделать типа обзор и тест. Значит, в двух словах расскажу про плюсы и минусы. То есть она, в принципе, особо от CX не отличается, CX4, но люфты есть и в пивоте. И такое ощущение еще немножко, что он как будто сделан погрубее. Но не могу сказать, что с подвески CX сами по себе они какие-то замечательные, поэтому тут на любителя. Вот, и еще очень большой минус. Штатные бушинги, они вообще никакие. Вот эти белые здесь были. Короче, надо настроить так, чтобы она нормально возвращалась в нулевую позицию. Хорошая отдача была. Вот мы пробовали разные бушинги. В частности, рептайдовские даже ставили, WFB. Но лучше всего пока работают оранжевые. Это ниппели, да, у нас? Ниппели, да, вот. Орангутанг. Ну, все, это надпись уже. Вот, разные сетапы могут быть, то есть можно ставить обычную плоскую шайбу, вошер этот, можно поставить тарелку. Если поставить тарелку, по идее, может быть, у нас лучше будет... Так, где у нас тарелки? Сейчас мы попробуем поставить другой сетап, я прокачусь на нем по залу и посмотрим, что у нас выйдет. Значит, от того, какая форма вошера, может зависеть на то, насколько бушинг фиксируется и, соответственно, больше отдает. То есть, если мы ставим тарелочку, у него нижняя часть уже меньше будет деформироваться и, по идее, лучше отдавать. Но мы сейчас будем это все на практике проверять. Да, из особенностей его, как обычную подвеску, сложно собрать. Почему? Вот если я ставлю сюда, надеваю на кингпин вешалку, у меня уже не попадает сюда пивот. Если я вставляю пивот, мне не вставить никак вешалку. Здесь есть такой секрет: нужно бушинг сместить вверх максимально, чтобы у нас внизу было место, куда сдвигается пивот. И да, все влезло. Вот. И такую же тарелку мы поставим сверху. Посмотрим, не будет ли еще клинить об нее вешалку саму. И какова будет отдача у нас в таком режиме. Для задней подвески это не критично, она вообще может быть практически там любая в плане жесткости. То есть у нас основная работа происходит все-таки больше передней. Но некоторая тоже у нее отдача должна быть. Вот сейчас стало получше, но в принципе у подвесок CX, что у оригинальных, что у аналогов, есть такая тенденция, что когда она смещена, то возвращается назад как будто бы не полностью. То есть не хватает упругости бушингов, чтобы прям выровнять ее. То есть есть какая-то зона в середине, не то чтобы она мертвая, но, скажем, с пониженной отдачей из очень большого угла. Поэтому сейчас попробуем чуть подзатянуть. Это, конечно, не памп-машина, но попробовать стоит, что у нас получится. И заодно заднюю проверим, что у нас сзади. Задняя. Штатные бушинги белые стоят. Тоже, кстати, неплохо она поворачивает. Лучше, чем скейтовая, по крайней мере, но не такая производительная. Да, вот это называется фирма Land Carver. Хотя по факту это просто реплика с CX4. Сейчас пока все, ставим на паузу и пройдемся по залу. Thank you.
вполне рабочая штука, может, наверное, заменить подвески в CX-4, если поставить правильный бушинг-сет. То есть подобрать хорошие упругие бушинги с нормальными шайбами, и тогда она может вполне себе поработать кальвером.